Ларисе Лужиной 84 года. В свои годы актриса выглядит моложаво и подтянуто. Для поддержания красоты практически ничего не делает. Как сама признается, просто лень всем этим заниматься. Если раньше Лужина посещала косметолога, то сейчас это в прошлом. Уверена, что именно работа помогает быть в форме. Людмиле Хитяевой 92 года. Актриса признается, что никогда не посещала косметологические кабинеты и не сидела на диетах. Предпочитает заниматься гимнастикой и своей гибкостью может составить конкуренцию молодежи. Еще Хитяева использует особенный крем, который позволяет выглядеть прекрасно в ее возрасте. Вере Васильевой 97 лет, но с годами актриса не теряет своей привлекательности. На протяжении всей жизни старается держать вес в одной паре. Актриса уверена, что благодаря хорошей осанке и крепкому сну находится в прекрасной форме. Еще один секрет Васильевой заключается в том, что она умеет радоваться жизни, несмотря на сложные обстоятельства. Ольге Науменко 73 года. Актриса один раз обращалась за помощью к пластическим хирургам, а сейчас старается сохранить красоту естественными способами. Ольга следит за питанием и предпочитает употреблять овощи, фрукты и рыбу. Главное для нее хорошо выспаться не менее 8 часов. Людмиле Чурсиной 81 год. Актриса постоянно находится в движении. Именно физическая активность позволяет ей находиться в хорошей форме. Чурсина предпочитает не ужинать и именно поэтому не набирает лишний вес. Самое важное, что актриса знает меру и никогда не ест лишнее. Анастасия Вертинская 78 лет. Актриса уверена, что в старости человеку достанется то лицо, которое он заслужил. Вертинская смогла сохранить не только лицо, но и фигуру. Анастасия предпочитает правильно питаться и никогда не умывается водой из-под крана. Да и на сон уделяет не меньше 8 часов. Светлане Томе 75 лет. В свои годы актриса выглядит привлекательно. Секрет ее молодости и красоты достаточно прост. Актриса отказалась от мяса и занимается спортом. Светлана посещает бассейн, а в зимний период встает на лыжи. Актриса отметила, что многие могут выглядеть моложе, если перестанут расстраиваться по мелочам. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.